Казалось бы, совсем недавно началось лето, а между тем жаркий июль уже перевалил через свою середину. Где же отдыхать детям? Один из самых хороших вариантов – лагерь «Патриот Кубани» в окрестностях станицы Небиржаевская Крымского района. Именно здесь сотни славянских ребят находят освобождение от городской суеты и обретают новых друзей. Здесь побывал и глава Славянского района. Чем же так притягателен лагерь «Патриот Кубани» для ребят? Где, как не здесь, можно сполна насладиться романтикой походной жизни, приобрести туристические навыки, научиться работать в команде единомышленников. Здесь безопасная территория, никакая стихия, дождик прошел, никаких потопов, ничего нет. Здесь прекрасная природа, уютное место, которое нравится детям. Есть инфраструктура, сохранилась еще от лагеря, та инфраструктура, которая необходима, футбольное поле. Электричество есть, мероприятия вечерние, недалеко от нашего района. Поэтому сюда очень удобно, детям интересно, нравится. Действительно, славянским ребятам очень нравится быть в лагере. Да, здесь все по распорядку, от подъема до отбоя. Но есть во всем этом своеобразная прелесть, как в обеде, приготовленном на лесном костре. Палатки, костер, песни под гитару – это все увлекательно и интересно. Также мы знакомимся, мы общаемся. Погода пока благоприятствует. Я надеюсь, что до конца этой смены она и будет благоприятной. Мне очень нравится здесь, я уже не первый раз, каждый год езжу сюда, вообще классное место. Здесь постоянно проходят различные мероприятия, участвую во всех мероприятиях и в спортивных, и вообще везде, и в умственных всяких разных, играют на гитаре здесь дети, вкусно готовят здесь, и вообще мне очень нравится, я в следующем году обязательно сюда еще раз приеду. Роман Синеговский познакомился с жизнью и бытом юных туристов. Интересовался он всем, доходя до мелочей, как с обедами, удобно ли спать в палатках, интересно ли здесь. Специалисты клуба по организации досуга из Крымска познакомили главу Славянского района с работой лазертагов, специальных автоматов для боевой игры с помощью светового луча. Это интересно и вместе с тем совершенно безопасно. Начинаем! Давайте, Главное, что понятно всем, и учащимся, и студентам, в лагере очень нравится. Он стал настоящей школой жизненного опыта. И ребята здесь, погружаясь в необычную атмосферу, отдыхают от городской обыденности, накапливают силы к новому учебному году. Мы сегодня бегали с лазерными пистолетами. У нас была тут война. Нам очень понравилось. Думаю, сегодня мы будем спать без задних ног. Сегодня у нас вечером выступление, я буду петь со своей подругой, вот, и будет награждение, и очень переживаем, но будет все отлично. Еще здесь нам жить 2 дня, мы так рады, потому что тут весело. Для творческих людей, к которым относится Юлия, лагерь – это настоящая находка. Не скучают тут и юные спортсмены, незабываемые впечатления и самые положительные эмоции от прекрасного летнего отдыха останутся у славянских ребят от этого удивительного лагеря. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».